откуда их запали. Известно ведь любому пацану, на вас не нападали, вы напали. Вы первыми затеяли войну. Пред Родиной, конечно, неудобно. Долги, конечно, надо отдавать. Но почему она в уплату долга с вас требует кого-то убивать? Не нужно винить нас, что Крым потеряли. Не мы на Майдане за деньги стояли. Не мы снайперов для него нанимали. Не мы за ЕС во все горло кричали. Защиту обещали, а получился форменный скандал. Кого и от кого вы защищали, когда на вас никто не нападал? Ах, сколько на земле людишек подлых, такие уж настали времена. Вы подлость преподносите, как подлый, и просите за это ордена. Мы все эти годы смиренно молчали, но время пришло, вы нас просто достали. Сейчас мы вам дружно спасибо сказали за то, что так тупо вы Крым потеряли. Мы не могли так покалечить судьбы, своих же братьев вынудив страдать. Все ждут, когда бомбежка прекратится, пусть будет мир, о чем еще мечтать. Не может быть, нам это только снится, как люди не хотели умирать. Мы все эти годы смиренно молчали, но время пришло, вы нас просто достали. Сейчас мы вам дружно спасибо сказали за то, что так глупо вы крыли.